историю Древнего Рима, историю про Ромула и Рема, двух братьев. Один убил другого и основал город в честь своего имени. Как нужно заходить в лес? Приходите в лес, стоит елочка. Но в первую очередь нужно подойти к березе, обнять ее. И сразу услышите, как она с вами разговаривает. Береза отдает вам энергию, а всю свою доброту, которую вы получили от березы, вы должны подойти и отдать хвойному дереву. Именно по журналистике, каким-то умением оформить статью, чтобы она звучала красиво, грамотно, цельно, и ты мог читать этот текст. Первое, говорить коротко и по делу. Второе, чтобы донести свою мысль до аудитории. Многое, что могу объяснить, потому что я педагог по жизни. Дети очень много задают вопросов. Веселых, смешных. Откуда солнышко? Почему крокодил ползает, а не летает? Вот как вы этому ребенку тогда ответили? Потому что так ему удобней. Для часов такая штука антивор была. То есть дергаю, если раньше вор дергал за часы, такой орешек, из него такие четыре штыря высыпали и, то есть, ранили руку вора. Ну, то есть, такая прикольная штучка.